Афганистан. Это слово у многих вызывает тревогу, боль и слезы. Почти 10 лет звучало тревожное слово «Афганистан». Вот и прошло 30 лет назад, как закончилась эта война. А 15 февраля, день вывода советских войск из Афганистана, стал днем-символом, днем памяти. Каждый год в этот день собираются все бывшие афганцы и участники других горячих точек. Потому что все это время память жива, боль и горечь тех, кто там был, и тех, кто ждал здесь. В Центре традиционной культуры народа России Хасавюртовского района сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана, где принимали участие руководители структурных подразделений, представители военкомата, а также других общественных организаций. Выступая перед собравшимся, глава муниципального образования Хасавюртовского района Джамбулашапиев Салау отметил, что нельзя забывать о том, что в этой войне наши солдаты и офицеры, тогда еще совсем молодые люди, проявили верность данной родине присяге, показали высокие образцы мужества, стойкости и героизма. Ассаламу алейкум, добрый день. Уважаемые ветераны, уважаемые члены семей наших воинов-интернационалистов, дорогие участники сегодняшнего торжественного мероприятия, всех приветствуем. Наше торжественное мероприятие посвящено 30-летнему юбилею, посвященному выводу советских войск с Афганистана. В эти дни у нас в муниципальном образовании в каждом поселении проходит торжественное мероприятие. Это в сфере образования, в сфере спортивных массовых мероприятий. Это все делается ради того, чтобы дать памяти и уважения. В нашей республике более 3000 воинов-интернационалистов участвовало в этих боевых действиях в Афганистане. С Хасавюртовского района 216 человек. И на сегодняшний день с нами вместе в наших рядах 188 человек с нами проводят мероприятия и присутствуют вместе с нами. Самая глубокая утрата, конечно, то, что нет наших земляков в полном составе. И вот и такие сегодняшние мероприятия, это все, конечно, во-первых, чтобы сохранить память о тех людях, которых с нами сегодня нет. Поэтому еще раз хочу, уважаемые, всех поздравить с этим торжественным юбилеем. И, конечно же, всем пожелать, особенно подрастающему поколению, чтобы они брали пример из таких наших великих наших земляков, которые на дальних рубежах нашей страны, конечно, всегда исполняли свой интернациональный долг. Поэтому всех еще раз поздравляю, желаю всем мира и добра, благополучия. Всех с праздником! И от всей души поздравляю всех афганцев с 30-летней годовщиной вывода советских войск из Республики Афганистан. Спасибо вам за то, что в нужный момент, глубоко осознавая остроту
и сложность современной военно-политической обстановки, вы, не задумываясь, сделали все от вас зависящее для укрепления южных рубежей нашей Родины Советского Союза. Для вас и каждого, кого коснулся тогда Афганистан, память об этой войне самая сокровенная и бережно хранимая, потому что были в ней и горечь потерь, и боль, и радость. Более 600 тысяч ребят вашего поколения прошло через пламя этой войны за 10 лет, в том числе 3,5 тысячи дагестанцев. Около 15 тысяч советских граждан погибло в период боевых действий на территории Республики Афганистан. Из них 127 тысяч наших земляков дагестанцев, в том числе мой одноклассник Ильдаров Анварбек, мой сосед Ибрагимов, которых я с детства знал, которым вместе рос. Это наше поколение. Да, действительно, у каждого афганца своя война и своя правда о тех трагических событиях. Но, тем не менее, вы, как и другие наши земляки, достойно выполнили свой интернациональный долг. Свой долг и волю руководства нашей страны. В этот день прошу принять наши искренние пожелания доброго здоровья, мира и везения во всем вам. Вашим семьям, родным и близким счастье и благополучие. Главное, чтобы последующие поколения никогда не забывали те трагические годы, те 9 лет испытаний для нашей страны, для наших ребят. Всем здоровья, благополучия и будьте достойны. И вы были им достойны наших великих победителей, наших дедов и отцов, которые воевали в Великой Отечественной войне. Спасибо вам еще раз. Более подробно об этом мероприятии мы расскажем завтра в отдельной передаче.